Із нового року в Україні новий календар щеплень для діточок. Тепер в першу ж добу новонародженому вводять вакцину від гепатиту Б, а вже з 2 місяців від інших небезпечних захворювань. Угу. Значить, вакцинують, потім догонять, якщо ви уйдете, ще раз вакцинують. Почему, друзья, мамы рвут на себе волосы? Чем Украина похожа на Африку? Только не цветом кожи жителей, конечно. И грозит ли нам волна эпидемии? Смотрим. Полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, корь. От этих недуг в мире ежегодно гибнут миллионы людей. Но пара уколов в детстве каждому украинцу защищала нацию от вымирания. Так было до сих пор. Это холодильник для БЦЖ. Можно заглянуть? Он порожний? Да, он порожний уже давно. Вакцины нет. И смертельные недуги уже дали о себе знать. Дети до року хворіють кашлюк. Протягом останніх 10 років такого не було. К чому готуватися українцям? Захлістнет ли страну волна епідемії? А от в цій дитячій поліклініці міста Черновці врачи вже вовсю готуються к страшнішим епідеміям. Тривогу забив мер. Спеціально созвав пресу, щоб показати холодильники. Це алерген туберкульозний. Це БЦЖ. Під замком так повинно бути. Я зрозумів. Це жива вакцина. А в цьому холодильнику не густо. Тут у нас на сьогодні в наявності вакцина трьохкомпонентна від кору, краснухи, паротиту бельгійського виробника. Комбінована 32 дози, це на 32 дитини. А бажаючих 8 тисяч. С января этого года врачи должны делать прививки по новому календарю, приближенному к европейскому. Умные ученые высчитывали вплоть до дня, когда лучше колоть. А тут такой срыв. С этой таблички на сегодня у нас наявна вакцина для щеплення від туберкульозу. У нас наявна вакцина для щеплення дітей від протикору, краснухи, паротиту. І все. Гепатит ми востаннє отримали ще в 2013 році. Последние годы вакцины приходит все меньше и меньше, говорит иммунолог Алина Дашкевич. Вакцинальный комплекс, который мы охоплюємо детей до року. В 2011 році это было на уровне 80% постачання вакцины. Уже в 2014 это лишь 11%. То есть 9 из 10 малышей в Черновцах в этом году остались без вакцины. Всего 2000. Еще 6 тысяч не получили различные прививки в предыдущие годы. Есть такое понятие, как коллективный імунітет. І для того, щоб не було спалахів інфекційних захворювань, щепленість повинна бути 95%. Ви можете спрогнозувати, які можуть бути наслідки? Це буде масова епідемія? Ну, тільки масова епідемія, я вам вже можу приклади привести. Протягом останніх 10 років діти до року хворіють кашлюк. Кашель вызывает бактерия палочка коклюша. Ежегодно заболевает около 60 миллионов человек. 600 тысяч умирает. Единственное надежное средство профилактики – прививка. Всем детям, начиная с 2 месяцев, должны колоть АКДС – коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину. 3 прививки до года. А вакцины нет. Если вы видели кашляющего ребенка, который задыхается и не может ничего с этим сделать, а маленькие дети еще взрослым детям объясни, что надо поднять ручки, чтобы легкие подняли, чтобы диафрагма поднялись. А маленькие дети до года, они этого не понимают. И это тяжело объяснить и маме. Мама рвет на себе волосы. Что это такое, теперь хорошо знает семья Татьяны. Они тоже долго ждали милости от государства. Мы перехворіли кашлюком, без вакцины. Родителям нынче рекомендуют искать вакцину АКДС в аптеках. Когда курьер приезжает под манипуляционный кабинет с вакциной, с сертификатом, вот. Ага, даже так? Ну а что вы думали, вакцину возьмете, положите в карман и будете ходить? Ну да. Нет, вы что, она же температуру содержит. Одна доза обойдется в 500 гривен. Получается, тратить 14 зарплат. Как думаете, это накладно или нет? Насте уже 5. Она даже не знает, что такое прививка. У нас лишь 2, потому что далее не было. И ревакцинации тоже не было. То есть дитина уже полностью все пропустила. Кто, как и я, забыл в 26 лет, мы должны вакцинироваться от дифтерии и столбняка. И дальше каждые 10 лет. А вот эти для взрослых, смотрите, вообще по нулям. В 2012 году у нас были вот это для взрослых. 63. 63, а сейчас 0 и 0. У нас достаточно сложно
с противостолбнячной сывороткой и столбнячным монотоксином. Это связано, да, это не совсем украинское производство, поэтому объемы его значительно уменьшились. Столбняк. Бактерия поражает нервную систему, вызывает спазм мышц и мучительные судороги, вплоть до смерти. Столбняк может поджидать нас везде. Если вы там где-нибудь на пляже порезали, что вы? Лизнул и пошел дальше. В общем-то, даже получение небольшого ожога уже требует прививки от столбняка. Обычно вакцины покупал Минздрав на тендерах. Останній раз були вакцини десь в грудні, в листопаді місяці. Це було за 2014 рік. На 2015 рік мы навіть не вдавали в заявки. І такая беда, как оказалось, по всей Украине. Перше в житті людини щеплення і одне із найважливіших – це БЦЖ. Його роблять ось тут, у пологовому будинку, одразу після народження. Але, як виявилося, в Ужгороді ситуація нічим не краща. Як давно він поражений? Ну, остання вакцина була використана 8 серпня. За цей час тут народилося 2000 дітей. Лікарі стурбовані. Якщо немовлятам і далі не робитимуть щеплення, епідемія туберкульозу охопить усе Закарпаття вже через рік. Якщо вірогідність зараження дорослого лише 0,4%, то дитини до року це майже 40%. Батьки дзвонять щоденно, дзвонять, питаються, як можна купити. Я пояснюю, що не можна їх купити. Вони готові їхати навіть за кордон, прививки робити. Та у звичайній аптеці вакцину БЦЖ не купиш. Живий мікроорганізм вимагає спеціальних умов тримання. У цій дитячій лікарні хизуються своїм добром. Запаси АКПД та гемофільних вакцин – все, що є. Але це тільки маленька частина того, що треба. І оце вакцина для всіх людей. Це скільки дітей? Оце на півміста вакцини в одному холодильнику? Так, 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 так. Якщо до дільниці 80 дітей, а привити можна лише 15, то це недостатньо. У цілому Закарпаття забезпечене необхідними вакцинами тільки на 13%. Це все, на що розщедрилася держава. З тих, яких є обов'язковими, на жаль, закупка їх за кошти обласного бюджету вважається порушенням бюджетних норм. Це склад вакцин Харківської області. І сьогодні тут, самі бачите, не густо. И такое здесь уже год. Вакцины против дифтерии, столбняка и вирусного гепатита. Страшный дефицит. В Харьковскую область пришло на 3,9 миллиона гривен вместо 15. Фактически в 5 раз меньше. Совершенно верно. Вы правильно все просчитали. Примерно 20% обеспеченности. Но в прививочных кабинетах родителей мало чем могут порадовать. Холодильники пустые. Моя лапочка любимая. Моя лапочка. Кіра з бабусею переїхала до Львова із Луганська. Щойно отримала щеплення від кору. Дитина плаче і не розуміє, як їй нині пощастило. Всі робимо. Всі, що і в Луганську всі робили, ось її картка. Все-все-все ми робили. Крім від поліоміеліту. Крапельок там не було і нам не зробили. Крапельки ці були минулої неділі, казали, але ми не встигли. Черги дітей з батьками у цій поліклініці вишиковуються зранку до вечора. А от колоти нічим. Зараз нема всіх вакцин, давно вже нема БЦЖ, туберкуліну, гемофільна інфекція тільки закінчилася, вона була. В общем, траблы везде. Причин называют много, в частности, изменения в законодательстве, из-за которых некоторые производители не смогли пройти перерегистрацию. Они исчезли из больниц и аптек. Ну и традиционную безалаберность в МОЗе. Кстати, о нем. Там вообще в курсе? Я могу сказать, что по вакцинации и иммунизации ситуация в Украине очень плохая. Очень плохая, потому что, например, по полио обхват 27%. Это катастрофа. Это нас ставит где-то в районе неразвитых или малоразвитых африканских стран. Так выглядит человек, перенесший полиомиелит. Другое название – детский паралич. После войны была вспышка полиомиелита и была целая
группа, то есть у человека вызывается паралич определенных мышц. И было достаточно много людей, которых называли рукоходы. Эпидемия вовсю бушует в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. В прошлом году ВОЗ объявила чрезвычайное положение из-за угрозы вспышки в других странах. Миграция населения сейчас очень большая. Очень многие ездят в Россию на заработки, привозят дикие штаммы эти вот всякие полимеритные, мы даже не знаем. А тут уже такая благодатная почва. Но кто же перепахал всю отечественную медицину? Квиташвили умолчал. Давайте, исходя из того, что меня здесь не было тогда. Зато камни полетели в огород моих коллег. Как это сказать сейчас дипломатично, что вы меня потом не повесили. Да, да, да. Волна, которая, в принципе, как-то подшатнула вообще вакцинацию как таковую. Эта проблема не решилась тогда, и потом пошло-поехало многие годы, очень малое количество семей идут на иммунизацию, на вакцинацию детей. Если мы хотим быть частью Европы, то нас просто не то, что в Европу, может, Макдональдс опустить с такими показателями. Уже в марте министр обещает реформы. Покупать препараты будут через международные организации ВОЗ и ЮНИСЕФ. Так, мол, больницы получат их по нормальным ценам и вовремя. Причем возьмут запасом, чтобы хватило всем непривитым. Вот сейчас буквально работают ЮНИСЕФские люди, которые делают расчеты, сколько нам надо и чего надо купить. Но когда появятся эти самые запасы, Минздрав не знает. Тем временем родители, которые не привыкли надеяться на государство, идут в частные клиники. Ребенок Николая тоже остался в роддоме без БЦЖ. В державе нема, и як це ви так не розумієте, ніби йде війна, вакцини російські. Наступні вакцини, які нам потрібно робити згідно календаря ЮНІСЕФ, ми робимо в приватній клініці. 550 гривень за одну прививку плюс необхідний огляд педіатра перед тим, це ще плюс 200 гривень. Дешевле, если повезет, найти вакцину в аптеке. В Черновцах мэр даже пообещал вернуть счастливчикам деньги. В аптеках мы шукаем механизмы, каким чином мы сможем компенсувати батькам, малоимущим, вартості. Тем, кто не может раскошелиться, правозащитники советуют. Берите хотя бы расписки. Що приходить і потрібно, згідно календаря відповідна вакцинація, потрібно мати письмову відповідь про те, що це неможливо. Якщо ваша дитина захворіє на те, від чого вона держава не змогла завакцинувати, провакцинувати, тоді можна подавати в суд на державу. Так все-таки грозит ли нам епідемія в ближайшее время? Тобто 8-9 років практично кожна вакцина дає гарантію на защиту від інфекційних заболівань. У нас поки така ситуація катастрофічна, йде тільки 4 роки. Ми просто предостерігаємо, мы просто просим еще пару лет, и пойдут вспышки заболеваний. Итак, хорошая новость в том, что до того, как пойдут массовые вспышки опасных заболеваний, еще пару лет. Жаль только, что нет вакцин от глупости, жадности и пофигизма.